Вот мы уже приехали в Siem Reap, нашли отельчик, две огромные кровати, вот такая вот комната. Это все стоит $20 за ночь. Здесь у нас есть туалет, душ. И, в общем, отель находится между ночным рынком и Паб-стрит. Наш выход с комнаты, небольшой коридор, и здесь у нас балкончик. Улица оживленная, в центре города, туда Night Market, туда Паб-стрит, и мы уже договорились с тук-туком, за нами приедут через час, и мы поедем сегодня по малому кругу за $15, а большой завтра за 20. В общем, сейчас мы приехали покупать билетики в Ангкор Ват. Мы возьмем билетики на 3 дня. Можно купить на день, на 3 дня и на неделю. И вот здесь вот такие вот огромные очереди на покупку билетиков. Билетик на 3 дня стоит $62. Вам сфотографирую. Вот наши билетики. На 3 дня за $62 с фотографией, его потерять нельзя. И начинается наш маленький круг. Мы попросили его ехать против часовой стрелки. А вот так вот продают вот газолин. Точно так же было и во Вьетнаме. Такая небольшая стояночка. И мы заливаем немножко бензинчика. Мы сейчас приехали в первый храм малого круга, который называется Бант Лейк Тей. Вот так вот называется храм.
Bant Lake Day, и он построен в конце 12-го, в начале 13 века. Вот мы зашли в храм, который называется Бантай Кдей. В переводе это означает «Цитадель Хе Келей». И современное название связано с наличием, как считается, монашеских келей. Он был построен Джавайарманом VII примерно в 1181 году, вероятнее всего на руинах буддийского храма, который был воздвигнут знаменитым архитектором еще во времена правления Яшавармана II. И этот храм построен в стиле Байона и напоминает по плану Тапхром и Пракхан, но он менее сложный и меньше по размеру. И вот храм Бантай Кдей. Храм небольшой. Здесь у нас львы сидят. Он очень сильно разрушен. И разрушен этот храм из-за того, что здесь некачественный песчаник и некачественный проект храма. И здесь должны быть монашеские кельи. Как предполагается, раньше здесь жили монахи. Нужно идти очень осторожненько. Здесь у нас внутри храм. Даже сидит Будда. Посмотрите, красивые какие апсары. И это все из песчаника. Мы начали двигаться против часовой стрелки. А вот смотрите, какие танцующие маленькие апсары. И такой вот длинный коридор. Здесь еще танцовщицы. Здесь установлены религиозные символы йони, а сверху устанавливается лингам, фаллический символ. И это здесь стоит с 1118 года. Находится напротив озера, вернее, то, что осталось, основание от комплекса. Такие крутые ступенечки, короткие, высокие. Играет кхмерская музыка.
и выход к водичке. Все, что осталось от срас спанга. И небольшой рыночек. Ну как небольшой? Такой себе. Там есть кафе. И можно купить себе шляпу или платьишко. Огромный такой парк. Спицерко. Ну и вот мы приехали в следующий храм, который называется Тапром. Здесь два входа. Мы приехали к восточному входу, а ждать нас будут на западном входе. По храму гуляют петухи. И это храм, в котором снимали Лару Крофт, расхитительницу гробниц. Этот храм был построен опять-таки Дживаярманом VII, и этот храм был построен в честь его матери. Здесь деревья разрушают храм. Это красиво, ужасно красиво. Пока здесь не побываешь, очень сложно представить, как это все выглядит. Мечта которого вот такие вот туннели. План взятия Тапром. Здесь отмечено, где мы находимся, где находятся красивые деревья. И как нужно идти. Здесь у нас восточные ворота, в которые мы въехали, а должны мы выйти в западные. Можно зайти в туннель. Donc oui avec le А здесь все три разные ствола. Красавица.
и трещины. А средство на дроны все-таки это вес. Я